Три вещи, которые все подростки должны перестать делать. Исключив их из своей жизни, ты, будучи подростком, начнешь строить будущее, свои мечты. Заинтригованы? Тогда давайте начинать. Перестань играть сутками напролет. Просто представь, что было бы, если бы ты потратил тысячи часов, которые ты влил в игры, на саморазвитие. Как далеко ты сейчас бы ушел и в 20-25 лет уже стал бы миллионером. Ключевое слово – бы. Поэтому бросай игры, это совершенно пустая трата времени, и займись по-настоящему полезными вещами. Второе. Вредные привычки. Друг, я искренне хочу тебе помочь, я имею возможность видеть своими глазами, как лично в моей группе в колледже почти все курят, пьют алкоголь, разговаривают непонятно про что, и вы сами можете догадаться, к чему их это приведет. Поэтому запомни, никогда, ни при каких обстоятельствах, не кури, не пей алкоголь и не употребляй наркотики. Тебя это убьет вмиг, и ты проживешь, скорее всего, никчемную жизнь. И третье. Последнее, но не по значимости. Не тратьте свое время впустую. Просто поймите, что наше время – это самый ценный ресурс. Оно истекает, и с каждым днем его становится все меньше и меньше. И ты никак не можешь на это повлиять. Поэтому вливайте каждую минуту в свое развитие, в изучение чего-то нового. Ведь всем людям на Земле дается примерно одинаковое количество времени. И основное отличие успешных людей от неуспешных в том, как они используют это время.